Доброе утро, наши дорогие подписчики. У нас утро, и вы знаете, так слякотно, идет дождь, и это так ужасно, ребятушки. Мы решили завтраком не заморачиваться и пожарить яичницу. Все просто. Сковородочка, чуть-чуть масла. Нарезаем помидорчик и отправляем его на сковородочку. Знаете, здесь своеобразная очень плита. Ну, вот как-то так получается. Я обязательно подсаливаю чуть-чуть помидорчик. И мне еще нравится добавлять перчик. И даем буквально минуточку помидорчику дойти на сковородочке. Еще, ребята, я тоненько нарезаю перчик и добавляю сюда же. Вот так чуть-чуть наши овощи перемешиваем. Смотрите, какая у нас получается красота. Даже из самого обычного дела можно получить удовольствие. Ребята, мы купили вот такие яйца. Они были по скидке. Видите, счастливые яйца. Вроде бы у них очень классный желток. Видите, какие разноцветные, веселые. Наши помидорчик с перчиком протушились буквально полторы минутки. Мы их не будем перетушивать, иначе будет не тот вкус. Так. Это такое счастливое яйцо. Второе. Видите, желток какой классный у этих яиц. И еще вот такое возьмем, вторичное. Ух ты! Вау! Видите, как здорово! И, конечно же, обязательно подсаливаем, перчить не будем. И когда яйца чуть-чуть прихватятся, мы добавим обязательно моцарелку и накроем крышкой. Вот такая у меня здесь моцарелла. Очень обожаю этот сырок. Сразу беру его натертым. Раньше у меня терочки не было. Ну, так просто удобно, ребята. И плюс по одной цене. Видите, моцарелки я не жалею. Я люблю, когда яичница такая, знаете, сырная получается. И накрываю крышечкой. Скоро наш завтрак будет готов. Наша яичница готова. Посмотрите, какая красотка получилась. Фактически как пицца. И очень-очень вкусная. Всем приятного аппетита! У нас получился вкусный и полезный завтрак. А еще всем классного суперского дня! Итак, ребята, всем привет! Еще раз после школы. Я уже иду со школы, сейчас мы с мамой поедем в магазин все подорвать. Мне надо сейчас просто сбежать, потому что мама едет на машине со своими подружками из курса, ну, из курсов. Вот, и я сейчас быстро иду на одну точку, ну, там, на станцию. И они, короче, будут меня там тоже подхватывать. Я очень стараюсь, я прям бегу туда, потому что мне нужно успеть. Вот. Меня пропускают. Ужас. Ну, вот сейчас бегу, и мы едем в магазин все по дору. Вы оставайтесь на этом видео и увидите, что мы будем там покупать. Итак, ребятушки, мы приехали в Target. Сначала посмотрите, как прикольно собачка шевелит пупкой. Это выглядит забавно. Видите, есть вот такая еще собачка и вот там вот собачка. Мам, помаши рукой. Вот тут мы, короче, приехали. Мы приехали, девочка с моих курсов нас подвезла. На машине, у нее есть машина. Девочка японка, очень классно. Мы все тут дружим. И мы захватили по дороге Виолеточку, и вот мы тут. Да, ну вот как-то так. И сейчас будем что-то смотреть и выбирать. Итак, ребятушки, мы уже приехали с магазина. Такая растрепа, ужас, как я так это. Я сижу в ресторане, и сейчас мы заказали с мамой пиццу. В магазине мы не снимали.
Вот, потому что было нечего снимать, мы купили все очень быстро и снимем вам распаковку, когда придем домой. Вот. А мы сейчас в ресторане заказали пиццу фисташью. Вот там будет с орешками и вот сырная пицца с орешками. Вот как-то так. Так, ребятушки, я забрала пиццу. Вот она у меня в руках. Вот как-то так, и сейчас я иду домой. Вот, мама уже дома. Ребята, смотрите, какая у нас красивая пицца. Выглядит шикардосно. А да, тут три сыра. И орешки. Очень-очень вкусненько. Называется фисташковая. Фисташья. А вот мама готовит кофе. И как мама, ты давай, готовит. Давай скажи, как ты будешь вытаскивать. Давай, вытаскивай. Давай, закроем. Ну, вытаскивать как-то буду. Давай. Видите как? А я вам скажу как. Так я не вытащу. Я думаю, может быть, вместе с этой штучкой. Видите как? А, да, так и сделай. Только аккуратно, не плюхни. Да, не вытянется так. Так, вы... О, боже мой. Вот, да, я так и предлагала его. Да ты предлагала, по ней все равно, но видишь как. О, ну ничего. Все в порядке. Ну, такой вот кофе у нас и получилось. Класс. Ребята, сейчас мы вываливаем все. Ой, боже. Наконец-то у нас дошли руки собрать этот стеллажик. Это точно. Ребята, нас, скорее всего, будет видно только части, все детали, а наших лиц не будет видно. Мама, тебя это устраивает? Ну, почему наших лиц не будет видно? Потому что если я подниму... Сейчас, извините, ребята. Все, наши лица видны, но только теперь не очень детали видны. А если я могу поставить? А я не могу. Тут она уже так устает. А если ниже ее поставить? Тоже не могу. Ну, короче. Закладываем. Где инструкция от этого чуда? А там же на полу я говорила. Да, ты уже... Ага, ниже. Так, тогда начинаем с инструкции. О боже, тут такая... Она непонятная. А! Так, тут самую большую досочку надо... Взять, прикрутить штуки какие-то. А где штуки, которые надо открыть? Ну, сюда. Ребята, вообще ничего не понятно. Я вам скажу, это самая непонятная инструкция. Что, даже хуже стола? Да. Это что? Это вообще жесть. Вот что тут надо вкручивать? Непонятно. Тут даже, понимаете, да, рядом нету гвоздя, который надо вкручивать. Это вы понимаете вообще, ребята? Дальше не идет, ну типа, не идет. А нам эти планки не пригодятся для этого самого, нет, чтобы затыкать в окно? Нет. Точно? Мама, уже, а давай пока оставим, посмотрим. Мама, это ужасно. Почему ужасно? Я тоже так понимаю, что это задние стенки, ребята. Ничего. Нет, надо собирать вот на вот этой же. Так, вам все видно. Вот здесь вот надо собирать, вот это. Чтобы не царапался ни пол, ни полки. Ну, короче, куча деталей. Я серьезно, вот я без понятия, что вот туда вот они хотят, чтобы мы вставляли. Потому что, ребята, вы понимаете, тут все очень непонятно. Давай, смотри, это либо вот такие вот штуки, либо такие. Вообще не понятно. Ну что там? Покажи. Я не знаю, может быть, ты что-то понимаешь? Вообще не понятно. Так, подожди, Стой. Я поняла. Тут я тупая. Тут просто прям нумеровано каждый пакетик. К какому действию? Ну ты хоть их не перепутала пока? Да ну вот, видишь номера тут на пакете? Значит смотри, давай первое. Вот смотри, А4, леточка 7. Упала у тебя. Я вижу, где номер один? Значит так, смотри сюда. Номер один, может, упал у тебя. Значит, нет. Давай так, в начале. А,
надо доску, вот видишь, одну положить. Главное, доска, которая Б. Б. А тут не указано. Почему не указано? Потому что на досках нет, где Б, а где что еще. Давай смотреть по рисунку. Видишь, вот Б, С, вот две Б и одна С. Вот, с большими дырками. Это что? Ну, это то, что надо нам. А почему ты ее положила вот так? В смысле? Вот так вот, ребятушки, мы и вкручиваем. Ну да. Сейчас работа такая очень... Ой. Очень такая. Стараюсь не так перекрутить. Не перекрутить, потому что вот здесь такая, вот знаете, не очень хорошая древесина, чтобы да. Она не полезла. Видите, уже тут потрескалось чуть-чуть. Да. Вот как-то так. И сейчас мы будем по периметру и чуть-чуть в середине это все вкручивать. Значит так, мы уже вставляем вот эти вот штучки. И Виолеточка вот в эти, видите, дырки вставляет вот такие вот чупики. Чупики. Чупики они называются. И вот эти вот уже три доски. В одну мы вставили ножки, в другую еще что-то. Так. Вот этих штучек у нас 4. А вот то наши будущие дверцы, чтобы вы понимали. Видите, там мы тоже уже какие-то финтиклюшки вставили. Мы не мастера, поэтому объяснить вам не могу. Но сейчас вот мы на вот этом вот этапе. А теперь мы, видите, вкручиваем вот такие вот перекладинки. Я думаю, это будет между полками, я правильно понимаю? Да. Хорошо. Это топ? Что значит топ? Ну, я не знаю, как это на русском сказать. Но я понимаю значение на английском. Да? Ну, так объясни значение. Ну, это топ. Ну, что значит топ? Ну, топ. Топ. Ну, это средняя полка будет? Это не средняя полка будет. А что это будет? Непонятно, что это будет, ребята. Это будет топ. Топ. Ну, верхняя часть. Ну, как это? Я не знаю. А вот то, какая часть? Вот та, которая стоит. Средняя. Это какая? Вот то средняя? Да. Ничего себе. Идите, ребята, мы все такие нервные уже. Устали, была учеба у Виолеточки, у меня, слава богу, у меня сегодня работы не было. Правда, мы еще в магазин ездили, мы вам покажем, что мы там купили. Ну, дальше делаем топ. По-моему, она криво идет, тебе не кажется? Вот так вот, стой. Стой, бери пальцы, что ты делаешь? Я вообще ничего не делаю. У тебя вот тут выламывается чопик. Вот здесь чопик. Он должен встать. Он и так встал уже. Он никуда не встал. Он так. Нет, встань с моей стороны вот здесь. С моей стороны. Вот. Вот это давай, Лет. Да подожди ты. С моей встань. Мне не видно. Я не в тех очках. У меня уже все выпрыгнуло. Не обязательно объявлять об этом. Давай, вот там. Ну, вставляешь? Я уже и раком, и боком постояла, и с раком, и попом. Что такое? Вот тут вот. Вот тут вот оно не попало. Я вижу это, что оно тут не попало. Я знаю, уже и в трусах увидели, и везде увидели. Давай быстрее. Так обычно, когда мебель собирают, одевают. О, есть. Все, вот здесь еще, да? Слушай, что оно так? Обычно, стой, вот здесь. Вот здесь вот паз не попал. Где? Вот здесь. А, где мои те очки? Дай мои очки другие. У тебя так сиси сексуально смотрятся. Лев, слышишь, прекращай свою вот это вот. На нашем канале и так хватает... Ой, боже, другой рекламы. Next step, guys. Итак, давайте смотреть. Ой, господи, твоя воля. Так. Куда, куда, куда? Видишь, вот. Вот, вот, круг к кругу. А.
пожалуйста, не поцарапать. Ну, мам, опусти ниже. Мам, ну чтоб оно ровно было, опустишь. Все. Подожди, а тут оно не закручивается? Оно так и будет? Нет, я думаю, оно закручивается как-то снизу. Ну, как-то снизу. Ну что, кому-то нужны сборщики мебели? Пишите. Пишите! Чип и Дейл спешат на помощь, мы придем. Недорого. За ваши деньги. Это знаете, когда мы были в этом магазине, а вот, где все втридорога, где продают наши товары. Так мы, когда у них что-то спрашивали, они говорят, любой каприз, только платите. И не только. И говоря, ну вот, мама да, что-то хотела сказать, ну, она типа сказала, мама сказала, что, ну, девушке той вот, которая это, что она такая классная, вот, что она такая классная, и мама бы с ней дружила. А знаете, что девушка-то ответила? Ну, там она уже не девушка. Хорошо быть девушкой, не девочкой в розовом пальто. Можно и не в розовом, но уже не то. Так вот, да. Она типа сказала, так приходите сюда за ваши деньги, и я с вами кофе попью, и все, что хотите. Ой, боже. Вот такая боже. Вот это. Вот такая вот девушка там работает. Лет, я как-то плохо вот здесь прямо хотела, будто бы, прям как будто бы ты папик какой-то. Да какой же я папик? Я мамик. Я мамик двух девочек, а не папик. Конечно, видите, я и лошадь, я и бык. Как говорится. Но, конечно, не хочется продолжать, что я и баба, и мужик. Но пока как-то приходится все тянуть на себе. Ну что, нормально? Нет. Нет? У меня нет. И мне. Так, помоги, я себе помочь не могу. Я хочу, чтобы ты вот эту штучку посмотрела. Я хочу, чтобы ты эту штучку крутила. Ну давай попробуй, ты иди вот эту штучку выкрути и перекрути. Вот у крани, пожалуйста. Давай, Макуль, давай, давай, давай. Only you. Only you. Слушай, у меня она не крутится криво, я не могу понять. Что ж такое? О, пошла, 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 пошла. Пришла. Что ж происходит? Ты думаешь, это поможет? Я люблю... Ну, так я вот эту вот вкрутила, точно так же. А, ты держала? О, слушай, да уже лучше. Держи, держи. У тебя так это, знаешь, напряглась одна, как... Кто? Кто напряглась одна? Вена. Вена. Так, и она посередине у тебя головы, ну, и боже. Она так смотрится. Это я с усердием, так, поняла, с усердием. Ты решила все мои морщины высветить. Нет, если ты вот так вот, так вот лысая. Ты потом посмотришь, это смешно выглядит. Слышишь, я с перепугу аж ровно начала вкручивать. Ребята, сейчас мы будем, короче, перетаскивать вот это вот сюда. Ой, это сложно очень. Потому что вот эта вот нижняя часть, она, ну то есть, она прикреплена, но она не прикреплена. Я вообще не могу понять, что с нижней частью. Ну, то есть, ее нельзя никак прикрепить по-другому. Она уже прикреплена. Свою меру, я не знаю. Короче, давай берем и ставим ее. Давай вот так вниз придерживай. О боже, что? Итак, ребята, извините, мне пришлось вас выключить. Посмотрите, как. Она смотрится, мы только что, вот как вы видели, заволокли ее сюда. И вот так вот она выглядит. Что ты делаешь? Я ставлю на место то, что не поставлено. Ой, я испугалась. Ну вот так вот это выглядит. Сейчас. Вот тут вот часть. Будут, надо так, протереться. Розетка, дверцы сейчас мы тоже вставляем. Сейчас будем вставлять, ребята. И покажем вам уже потом. Так, ребята, мама пытается прикрутить ручку. Вот так вот это все выглядит. Mm-hmm. Уже так классно. А у нас тем временем, ребята, 9:44.
И мы еще не спим. А еще видео даже не смонтировано, хотя выйдет уже завтра. Поэтому обязательно подписывайся на наш канал и ставь лайк за наши старания. Вот как-то так у нас уже получается. Итак, ребята, у нас не без приключений, как говорится. Короче, мы забыли вкрутить вот эти вот гвозди ко дну. А мы думаем, что... Почему наша трубочка такая расхлябанная? Не, ну именно дно, почему оно не держится? А мы, оказывается, не вкрутили последние детали. Ну вот как-то так сейчас мама этим и занимается. Ну что, ребята, вот такая вот красотень у нас получилась. Да, посмотрите, по-моему, супер-пупер классная штучка. Смотрите, внизу полочки у нас не перекошены. Да, вот. Это просто такой дизайн. Да, такой дизайн. Мы вначале думали, что мы что-то не так сделали, а оказалось, это такой дизайн. И сегодня мы были в магазине, и мы вам покажем, что распаковку. Мы купили. Распаковку. Улов наш небольшой сегодня. Да, ну, как и обещали, это первое, дуршлаг. Да, мы долго, вы знаете, искали такой, чем он хорош. Во-первых, он на ножках, во-вторых, он большой, и в-третьих, он стоит $1.25. Это точно. Зацените, потому что по 10-15 долларов ни к чему. Потом для работы мне нужны тетрадки. Вот такие тетрадки стоили по 50 центов. По-моему, они на 70 листов. Я считаю, вот. Просто прекрасно. На 80, по-моему. Даже на 80? Да. Дальше. Эта леточка себе взяла. Вот такую вот гулечку, ну, чтобы завязывать гулечки. Тоже по $1.25. Кроме этого, вы знаете, вот такой вот удобный, ну, типа еженедельничка, мне удобный для работы. Да. Очень удобный. Так, и дальше, что же у нас вот в этом пакетике? Вот такие вот пакетики выдают. Сейчас я посмотрю. Так, вот такую вот я резиночку купила. Вот знаете, мне очень понравилась она, потому что она, знаете, типа как под старину что-то такое, потому что такое обычно, ну, типа под старину. Но это, конечно же, не настоящее. А, просто даже бижутерия. Вот это, смотрите, ага. Выглядит как пластиночки, да. Но на самом деле это тоже вот такие календари. Вы знаете, опять-таки, очень удобно вот так вот записывать события, чтобы ничего не забыть. Очень классно. Вы знаете, в Украине я такими не пользовалась. У меня были еженедельники, то есть по дням. Ну, вот так тоже удобно. Расписал, например, когда балетная студия, когда у тебя курсы, когда что. И мы купили два, потому что один для дома, а другой для работы. Да. Угу. Потом я купила себе вот такую красную помаду. Я никуда такой не крашусь, конечно же, но это Хэллоуин. Для Хэллоуина. Да, да, да. Это Хэллоуин. Для моего образа, вы обязательно его увидите. Это топор светящийся, тоже для моего образа. Ну, вот как-то так. Так что, ребятушки, у нас улов небольшой. Но удачный. Но удачный. Да. И поэтому мы с вами прощаемся. Всем спокойной ночи. Пока-пока. Мы очень устали. Но мы, несмотря на усталость, обязательно смонтируем это видео. И когда вы проснетесь, сделаете себе кофе и чай, мы вам скажем. Доброе утро, приятного аппетита. И приятного аппетита. Всем пока-пока.